дома дают любые предприятия. Ну, сейчас сетям стало проще. Получается, регистрация работы. Проще. Мы даже там. Love just.
большие предприниматели ищут вот тех самых, кто станет будущий горизонт у своих традиционных лидеров индустрии. А Делавар России помогает для этих компаний искать инструменты государственной поддержки своих инициатив. Вот сегодня мы подписывали соглашение с Внешэкономбанком банком о приоритетной поддержке проекта Делавар России. Да, может, Внешэкономбанк это там в основном мегапроект, и даже Делавар России это там проект в основном крупный, но в структуре есть МСП, в структуре есть РЭЦ, в структуре есть РФПИ. Опять же, вчера было решение заседания Генсовета организации с Алексеем Хабисаровым. Им прям подробно, адресно расписывали, какую поддержку могут получить компании и как избежать вот той самой ловушки, когда идея есть, там бизнес-план есть, а залогов для того, чтобы получить, например, кредит, развитие промышленности вроде бы нет. Наталья там сшивает такие бутылочные горлышки вместе. Понимание, немного что получилось. Еще один вопрос, погодите, пожалуйста, смотрите, а что Делавар России может сделать именно стартапам, помочь продвинуть проект по рубеж? У нас на самом деле скопилось очень много, сами знаете, хороших перспективных проектов. Да? Но вот не хватает небольшой моей поддержки, потому что это некое представительство, чтобы за рубежом могли уже писать. Очень хороший вопрос, потому что когда мы говорим о слабой представленности российского несырьевого бизнеса на внешних рынках, это чаще всего связано даже не то, что с низким качеством нашей продукции. Хотя есть, конечно, понятно, что есть индустрии, где мы отстали, есть индустрии, где для того, чтобы вернуть конкурентоспособность, нам нужен технологический трансфер. То есть, как же называется, ввоз, импорт знаний, технологии, ноу-хау, попытки всех догнать, а уже потом мы должны начинать строить конкурентоспособные продукты для будущего. Но есть масса отраслей, где у нас есть конкурентоспособная продукция, а просто потребитель на внешних рынках нас не знает. Зачастую мы не умеем адаптировать продукт под его потребности. Зачастую у нас есть проблема с маркетингом, продвижением и вот всеми связанными с этим набором инструментов. Поэтому что для нас важно? Мы взяли он четко понимает, что собственно наряду просто с поддержкой там, финансовой, с поддержкой кредитной, с выпуском гарантий необходимы коммерческие сервисы для экспортеров. И вот не надо ничего придумывать, есть там коммерческая служба Соединенных Штатов, которая помогает американским компаниям. Подобного рода структуры работают эффективно и эффективно и в Японии, и в Европе. На поддержку экспорта Китай тратит 50 миллиардов долларов. Мы пока говорим о там от нас, к сожалению, лучше для Китая сторону, наверное, более чем в 30, даже больше, чем в 40 раз. Да, там вопрос речь идет о триллионах, у нас пока все 50 миллиардов. Поэтому ключевой момент следующий. Мы должны помогать этим компаниям находиться там, где в рынке.